SCP-2053. Родительский кубик Рубика. Объект номер SCP-2053. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-2053-1 следует хранить в стандартной сейфовой ячейке зоны... SCP-2053-2 следует хранить на флеш-накопитель емкостью 2 ГБ в той же ячейке, что и SCP-2053-1. Один раз в месяц научному сотруднику со вторым уровнем допуска следует извлекать SCP-2053-1 из сейфовой ячейки и пытаться повернуть грани объекта. Если попытка не даст результатов, объект следует вернуть в ячейку. В случае успешной попытки объект возвращается доктору Буну для продолжения исследований. Описание. SCP-2053-1 – головоломка в форме куба с длиной ребра примерно 5.7 см. Физический объект идентичен так называемому кубику Рубика. SCP-2053-1 можно решить таким же способом, как и любой неаномальный кубик Рубика, путем поворота различных граней, до тех пор, пока на каждой стороне куба не окажутся цветные наклейки одного цвета. Объект достаточно изношен, судя по всему, из-за интенсивного употребления. Однако опыты показали, что цветные наклейки никогда не снимались со своих мест. Время от времени SCP-2053-1 входит в активное состояние. При этом грани объекта вращаются самостоятельно со скоростью примерно 3 поворота в секунду. Достигнув определенного состояния, объект прекращает активность примерно на 20 секунд, после чего возобновляет активность и приходит в решенное состояние. На этом активное состояние заканчивается. SCP-2053-2 – компьютерный файл под названием «I love you, Jake, please read this» .pdf. Согласно метаданным, файл занимает 1.21 мегабайт и помещается на любой цифровой носитель с достаточным объемом памяти. Однако число страниц в документе значительно превосходит ожидаемое для файла такого размера. В любой программе для просмотра PDF-файла отображается ровно 43 квинтиллиона, 252 квадриллиона, 3 триллиона, 274 миллиарда, 489 миллионов, 856 тысяч страниц документа. Аналитики фонда полагают, что неаномальный документ формата PDF такого размера должен занимать примерно 2.1 йотабайт, 2.1 триллиона терабайт на носителе. На каждой странице документа изображена раскрашенная развертка кубика Рубика в том или ином состоянии, которое может соответствовать какой-либо комбинации SCP-2053-1. Под разверткой непримечательным черным шрифтом написана какая-либо фраза. С помощью вычислительных средств, предоставленных Incorporated, сотрудники, работающие с SCP-2053, составили цифровую базу данных соответствующих разверток и фраз. Отсюда следует, что для каждой возможной комбинации SCP-2053-1 есть какая-либо фраза. С SCP-2053-1 можно общаться вручную, выставив на нем вариант развертки, соответствующей желаемой фразы из документа. Протокол интервью 2053-01. Примечание. В целях данного эксперимента и для проведения следующих интервью доктор Бун соорудил устройство, которое быстро анализирует каждую комбинацию пассивного состояния SCP-2053-1 и подбирает соответствующую ей фразу из SCP-2053-2. В то же время другая программа используется для поиска в SCP-2053-2 желаемых фраз, например, «Как вас зовут?» и перевода этих фраз в нужную комбинацию кубика. Это дает доктору Буну возможность вести диалог с SCP-2053-1. Цель диалога – понимание сущности, представленной объектом. Все фразы, приведенные в первом интервью, входят в SCP-2053-2. Написанное и регистр букв оставлены без изменений. Доктор Бун, привет. SCP, Джейк. Доктор Бун, как вы это делаете? SCP, Джейк, это ты. Доктор Бун, да. SCP, это я, твой папа. Доктор Бун, как вы это делаете? SCP, Джейк, я люблю тебя. Доктор Бун, папа, я люблю тебя. SCP, я так рад, Джейк. Доктор Бун, что происходит? SCP, раньше ты со мной никогда не говорил. Доктор Бун, извини. SCP, я так рад, что у меня получилось. Доктор Бун, что получилось? SCP, я наконец нашел, как с тобой поговорить. Доктор Бун, не понимаю. SCP, доктора сказали, ты вряд ли когда-нибудь заговоришь. SCP, после того, что случилось с мамой. Доктор Бун, тот случай. SCP, Джейк, мне так жаль. SCP, я только хотел сказать тебе. Доктор Бун, что сказать? SCP, я люблю тебя и мне так жаль. Доктор Бун, все в порядке. SCP, ты никогда ни с кем так долго не разговаривал. Мне надо столько всего у тебя спросить. В этот момент доктор Бун прервал связь. Думаю, нам стоит покопать, что по этому Джейку и его папе найдется, а потом только продолжать. Вечно мы так притворяться не сможем. Доктор Бун. Приложение 2053-01. По состоянию на...
Поиски субъекта, которые, как считается, может быть связан с SCP-2053, результатов не дали. Ну, имя Джейкоб не из редких, так ведь? Нам надо уточнить параметры поиска. Взгляните на это с другой точки зрения. Судя по словам отца, я считаю, нужно предположить, что Джейк страдает от какой-то задержки в социальном или психологическом развитии. Давайте искать по приютам, психбольницам, просто больницам и так далее. Доктор Бун. Приложение 2053-02. В лечебном учреждении санаторного типа... штат Южная Каролина, сотрудниками фонда был найден субъект, подходящий под заданные параметры. Джейкоб, 31 год, страдает от удалено. Лечащий врач Джейкоба сообщил, что тот испытывает очень сильную привязанность к головоломкам, в особенности к кубикам Рубика, и проявляет незаурядные способности к их решению. Что ж, похоже, Джейка мы нашли. Прямой разговор в его нынешнем состоянии невозможен. Судя по информации, полученной от SCP-2053-1 и лечащего врача Джейкоба, он никогда ни с кем не говорил. Рекомендую исключить сына из уравнений и продолжать притворяться им во время бесед с SCP-2053-1. Раз в месяц будем наблюдать за ним на предмет изменений к лучшему. Но такими темпами вряд ли мы когда-нибудь услышим его собственный взгляд на ситуацию. Доктор Бун. Приложение 2053-03. Ни в одной проведенной беседе, смотрите протоколы интервью 2053-02 по 2053-08, SCP-2053-1 не разглашал Джейку каких-либо подробностей о природе его нынешнего состояния. По этой причине доктор Бун решил выйти с SCP-2053-1 на контакт под видом медицинского работника. Смотрите протокол интервью 2053-01. 09 ниже. Протокол интервью 2053-09. Доктор Бун, привет. SCP, привет. Доктор Бун, нам надо поговорить. SCP, о чем Джейк? Доктор Бун, это не Джейк. SCP, Джейк, лучше не шути так. Доктор Бун, я не шучу. SCP, кто это? Доктор Бун, я доктор. SCP, где мой сын? Доктор Бун, ваш сын в безопасности. SCP, что вы сделали с Джейком? Доктор Бун, ваш сын в безопасности. SCP, отдайте меня сыну. Доктор Бун, мне нужно кое-что спросить. SCP, что вы сделали с Джейком? Доктор Бун, за Джейком ухаживают. SCP, отдайте меня сыну, я должен убедиться, что с ним все в порядке. Доктор Бун, не могу. SCP, почему нет? Что случилось? Доктор Бун, уверяю вас, Джейк в полной безопасности. SCP, пожалуйста, не делайте сыну больно, он только недавно ко мне вернулся. Доктор Бун, если ответите на мои вопросы, я расскажу вам больше о вашем сыне. SCP, чего вам надо? Доктор Бун, вы понимаете, в каком состоянии сейчас находитесь? SCP, да. Доктор Бун, вы можете объяснить, как вы оказались в таком состоянии? SCP, я только хотел поговорить с сыном. SCP, он особенный мальчик. SCP, он любит свои головоломки. SCP, но после того случая с мамой он ни с кем не разговаривает. SCP, целыми днями играет в свои кубики. SCP, доктор сказал, что это прогрессирующий мутизм. SCP, 9 лет. SCP, я только хотел поговорить с сыном. Доктор Бун, можете объяснить, как вы оказались в таком состоянии? SCP, я нашел мужика, он сказал, что он может делать так, чтобы Джейк заговорил. SCP, у него был знакомый врач в Вирджинии, или что-то вроде, который мог исправить Джейка. SCP, я только хотел поговорить с сыном. Доктор Бун, он сделал из вас кубик Рубика. SCP, но ведь сработало. Да, я 9 лет ждал в нигде. И вот поговорил с сыном. Доктор Бун, похоже, сработало. SCP, пожалуйста, можно мне поговорить с Джейком? Отдайте меня ему. Доктор Бун, прошу прощения, в данный момент это невозможно. SCP, почему? Что случилось? Доктор Бун, в данный момент Джейк не может общаться. SCP, боже, что вы сделали с Джейком? SCP, скоты, лучше не трогайте моего сына, богом клянусь. SCP, где мой сын? Доктор Бун, сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов. SCP, где мой сын? На этой фразе SCP-2053-1 вошел в пассивное состояние, не меняя комбинации. После завершения данного интервью ни одна попытка доктора Буна и его ассистентов повернуть в какую-либо сторону грань кубика не увенчались успехом. Ниже приведено изображение страницы SCP-2053, соответствующей нынешней комбинации на гранях SCP.